Приветствую вас, уважаемые телезрители. Сегодня День независимости, День республики. И сегодня мне хочется сказать несколько слов о нашем завтра. Сказать необычно, нестандартно. Сегодня я предлагаю поразмышлять над чечевичной похлебкой. Что, собственно, имеется в виду? В Библии есть рассказ об Исаве и Иоакове, сыновьях ветхозаветного праотца Авраама. Исав был старшим братом, Иаков – младшим. Исав по первородству обладал правом наследования отцовского имущества и статуса. Иаков – нет. Но страстно этого желал. И вот однажды, когда старший брат, голодный, вернулся домой с охоты, он продал ему чечевичный суп за право первородства. Тот с легкостью согласился на сделку, за что Бог проклял его. Исав был изгнан из семьи и стал скитальцем. Несправедливое наказание, скажете вы. Вовсе нет. Особенно если смотреть в преломлении к Ветхому Завету. И если вспомнить, что старший сын должен был наследовать от Авраама все обеты Бога, а не только стадо, которое паслись у Авраама. И потакая вот этому сиюминутному желанию, Исав отказался быть отцом богоизбранному народу и тем самым предал его и мог расторгнуть завет, который заключил Бог с Авраамом. Поэтому право первородства Господь отдал Иакову. На мой взгляд, сейчас перед каждым из нас, перед каждым белорусом в духовном плане стоит такой же выбор – чечевичная похлебка или право первородства, то есть личный сиюминутный комфорт или напряжение сил ради созидания государства и нации. Ведь, по сути, мы, белорусский народ, имея тысячелетнюю историю, за последние 25 лет, а ведь это совсем недолгий для государства период, вот за последние 25 лет наш народ сформировал национальное самосознание. Мы становимся нацией и обретаем свои отличительные черты. Это принцип заботы о каждом человеке. Это миролюбие во всех наших отношениях и связях. И главное – нейтралитет, наш нейтралитет. Это трудолюбие и врожденная тяга к знаниям. Это огромное терпение и чувство справедливости. Это твердость в принципах, которые строятся на духовном понятии добра и на христианских ценностях. Наконец, это готовность их защищать, не щадя живота своего, как говорит нам Евангелие. Наше самосознание формируется на исторической памяти, основанием которой служит историческая правда, а не национальный миф. Перед нами нет закрытых дверей во внешний мир. И мне думается, как бы наши государства принимали или не принимали вовне, наше слово имеет вес, потому что оно справедливо, даже если нелицеприятно. И нам надо быть мужественными до конца, отстаивая истину приоритета нравственности во всех сферах жизни и деятельности нашей страны. Наша нация формируется на открытом диалоге.
простого человека и власти, государства и церкви, разных национальностей и вероисповеданий. Сегодня мы, и это тоже правда, видим реальную поддержку государственных структур во всех сферах, от строительства храма до новой атомной электростанции, от жилых домов до крупных медицинских и реабилитационных комплексов. И знаете, уникальность нашего государства именно в том, что оно реально заботится о своих людях. И задумавшись над всем этим, невольно задаешься вопросом: неужели мы захотим продать наше будущее и наше героическое прошлое за тарелку еды и стать народом-скитальцем? Нас и так история много веков бросала из стороны в сторону, то на запад, то на восток. А теперь Господь дает нам шанс построить свой дом и возделывать свою землю. Мало того, Он открывает для исследования космос, Южный полюс, глубины океанов. Он дает нашей стране уникальную возможность стать миротворческой диалоговой площадкой, центром интеграционных процессов, точкой развития. Господь дает нам возможность для развития даже в трудные времена. И в ответ нам нужно приложить свои силы, труд, волю и надежду. Нужно понять свою меру ответственности. Мы должны помнить, что нет абстрактного понятия государства, так же, как нет без людей церкви. И государство, и церковь – это соборность, это единое «мы». От нашего труда зависит, в какой стране мы живем, и от нашей молитвы и духовного состояния зависит, слышит ли нас Господь. Беларусь будет сильной, если наши слова и дела будут созидательны, если в момент, когда нужно будет выбрать между чечевицей и правом первородства, мы предпочтем оставить за собой первородство. На самом деле, история учит, а жизнь показывает, что перед каждым прорывом стоит поступок. И каждый может быть причастен большому делу – и простой человек, и глава государства. И вот сегодня, в непростое время, нужно самим становиться центром созидающей силы. Надо включать свои личные внутренние источники энергии и идти, иногда вопреки обстоятельствам. Это нелегко. И поэтому… Простите, но некоторые скептически смотрят на все, что происходит в стране. Часто формально, то есть без своего внутреннего личного участия. Но что тогда? Тогда, не дай Бог, остаться у закрытых дверей перед нашим завтра и искать будущее в прошлом. И если мы, белорусы, примем ответственность каждого перед всеми, то это будет то зерно, которое даст урожай старицей. Как-то на одной из встреч и в одном из интервью мной уже было сказано, что мы возделывали почву 25 лет, но урожай надо еще вырастить. Как правило, на удобренной почве первыми всходят сорняки. Поэтому, и это, пожалуй, самое главное, наша земля нуждается в возделывателях, нуждается в людях со своими крепкими убеждениями и сильных духом,
Стране нужна ответственность. Ответственность, исходящая из личных убеждений и любви к родине, а не формальная. Жатвы много, слышим мы в Евангелии от Матфея. Делать ли мало? Вот, пожалуй, на этой аграрной метафоре мы завершим нашу беседу. С праздником вас!